народ, всем привет. Сегодня камеру ровно поставил, чтобы все видно было. Но не знаю, будет меня видно или нет. Что-то у нее как-то это, угол, не знаю, но должно быть захвачено. Посмотрела вроде по стулу, reference point. Вот, это видео первое сделаю про чаи, хотя их у меня очень много. Больше, чем вот это вот ассортимент здесь. Но их просто полно. И что вчера, не вчера, когда я послала бандеролину деду, ну как бабушке, деду, и там мама у меня тоже поделит. Вот, и я им послала, оказывается, что с этих других почт получается делать. А раньше что было? Ну почти, сколько сейчас, у меня просто чек в другом месте. 14 фунтов стоит это отправить, и получается на это, и там еще и роспись будет. И у меня в этом году получилось намного дешевле, чем у меня было на, с этих игрушечных, я так их называю, почт, у которых там ни лейблов нет, ничего. Но на самом деле там просто народ не очень так относится серьезно к этому, я говорю, поэтому я и начала ходить, вот эта дистанция, и начала ходить, но на самом деле я не только ради почты хожу, а просто для ходьбы. Вот, и началось все это, как таковое уже говорила, что с почтой. Вот. И вот эту вот бандероль я послала там чаи им. И вчера как раз говорю, что был день рождения, 85 лет дедушки. Я вчера этот скайп сделала. Столько много долго говорила, наверное, больше часа. У меня потом голова заболела. Но они рады, очень все нормально. Все хорошо, все нормально. Они на кладбище к отцу сходили. Недавно, вот позавчера. Все, я их там отблагодарила от себя лично. В общем, так. И вот они бандероли, я на Royal Mail смотрю, отслеживаю у наших веб-сайтов, что где посылка, что просто Почта России, она просто показывает, что бандероль отправлена, и там сколько вес. Ну и вот что говорю, что вес у меня 2 килограмма сейчас, и у меня весы тут есть, я взвесила. День отличный, сегодня опять отлично. А вот. И у меня получилось вот за эти деньги дешевле, чем я несколько лет назад отправляла, так еще и роспись, к тому же очень хорошо, но они там смотрят, потому что все любопытно, как мне тоже все любопытно, там они наклеили специальные лейблы, я раньше таких не видела. Ну и вот и роспись, она там распишется, сходит, и потом они мне могут по скайпу просто показать, какие чаи, я инструкции сейчас не пишу, вот, но они просто могут, тут вообще все написано, все понятно, я не могу объяснить, а эти чаи... Есть дороже вариант, вот этот Твайнингс, у нас все его знают. Начну я с этого. Вот я сейчас завариваю, начну с чего я сейчас завариваю. Я одну чашку уже выпила, что-то мне так жарко стало, но в свитере, а так холодно, поэтому. А этот свитер, он просто такой мягкий и очень хорошо греет, иначе холодно. С коротким рукавом, иначе не говорю. Отопление пока не включаем. Вот этот я сейчас выпила, только открыла, второй пакет начала. Это Sainsbury's, там, где у меня муж работал. Это у них Taste the Difference называется. И вот этот вот у них самый, как называется, own brand. И идентичный совершенно вот эти дороже, а не Twinings, которые... Вот этот Twinings. И он... Тут все написано, чем пить, с чем пить. How will I drink it? What does it taste like? И, в общем, а вот это вот называется Twinings Super Blends. Здесь он для... перед тем, как спать идти. А вот здесь тоже написано, что он греет. Может, я это... И мне прям так вот тепло стало, вот как это, как печка, реально, люди. Прям вот это, жарко. Тут не этот я заваривала, но здесь... Здесь написано, что здесь яблоко, ваниль, камомайл, ромашка и passion fruit. Не знаю, что это такое, passion fruit, вот эта вот штука. У меня еще с ним дезодорант есть, и пахнет он как черный хлеб, очень вкусно. И вот здесь написано, я уже поэтому делала, но там такая ерунда была в начальных загрузках. В общем, тут написано все по ингредиентам. Вот здесь написана таблица. И сколько в процентах. А здесь с другой стороны прям нарисовано, что passion flowers, ваниль.
и ромашка. Ой, а я с вами, вам прям прочитаю, у меня сзади 10 цвета, прям по процентам. Passion flower 35%, яблоко 15%, ромашка 14%. Как называется, cinnamon? Я забываю, как переводится, я поэтому говорю, что у меня по-английски проще, но наши попросили по-русски, буду по-русски. Как cinnamon переводится? Корица, корица. 10%, натуральное яблоко, все натуральное. Кардамон, вот кардамон греет, 6%. И ваниль, и другие добавки, 4%. И одна калория всего. Но у меня чашка большая, сейчас, кстати, я вытащу. Infusion. И вот тут вот эти все чаи, кто будет такие покупать, или любые, которые у нас есть, они адекватные. Вот, их надо заваривать. Там еще на... Сейчас покажу. Вот у меня этот заваривается. Тут написано, что надо заваривать в минимум 5-7 минут. Без молока подавать. А вообще лучше 10 минут или 15, потому что там все натуральные штуки. Вот этот. Ромашка, манука, хани и... опять забыла, как называется, cinnamon. Корица. Доходит медленно. Вон у меня сейчас настаивается. Вот этот вот, говорю, что этот Вайнингс. Вот этот вот просто от Сейнсбери. И здесь то же самое написано. А здесь еще и жасмин. Во. И вот они, вот это сейчас я попробую. Не сейчас, но вечером буду. На днях. Тоже перед тем. Вот здесь написано 5-10 минут минимум. Здесь ромашка. А вот это даже лучше, кстати. Вот эти вот местные бренды, Home Brands, у магазина, они намного лучше бывают, чем вот этот вот, он дороже. Но вот здесь есть читать составляющие, здесь значит кофеин free, без кофеина, ромашка, лимонный бальзам и, валерьянка, валерьянная, корень валерьяны, лаванда, роза и жасмин, жасминный лепестки. И причем здесь про и красивая упаковка. И там все видно, вот эти жасминовые лепестки. А потом пакет можно открыть, либо наложить просто на глаза, либо там, я вот сейчас сделала, протереть лицо можно, потому что они натуральные. Вот. Я вообще все использую много раз. Его заваривать только раз можно. Потому что он, я говорю, что я там на 15 минут завариваю, и от него ничего не остается. Могу по-английски прочитать. Directions for use. For the perfect infusion, boil freshly drawn water. Use one infusion bag per person. If preparing teapot, если готовить, заваривать это в чайнике, для одного человека идет... В общем, для одного человека один этот бак идет, одна заварка на чайник. If preparing a teapot, use one bag, meaning per person, and one for the pot. Allow the bag to infuse for 5-10 minutes, depending on preferred strength. Best enjoy it with our milk. Очень хорошо, потому что здесь ромашка, вот этот бальзам лимонный, 32%, ромашка 40%, лимонный бальзам 32%, лаванда 10%, линден флава, жасминные лепестки, валерьяна
корень валерьяны 3%, что очень хорошо. У меня кто-то есть такая штука. И вот это вот адеклад идентичный. У меня есть такая штука здесь. Таблетки называются Calms. И я это купила в тот день, когда узнала, что у меня отец умер. Ушел из жизни. И это я сходила туда, потому что меня и трясло, и все. И вот эта валерьянка. Мне сказали, бери это. Здесь написано 2 week supply. В общем, на 2. Я приняла, и надо сейчас опять начать принимать. Мне с ходьбой очень хорошо. Хотя я и так нормально вот тут сплю. Потому что это воздух и все остальное. Вот, но их надо принимать, потому что здесь тоже валерьянка. Сколько они стоили, я не помню. А, нет, вот, у меня тут лейбл есть. 5,99. Это у нас фармацевт. Но он дорогой, этот фармацевт. Там еще у меня есть, куда прохожу, там, где я еще буду таблетки забирать. Я перебронировала, чтобы забирать не здесь местно, а у них, потому что мне там подход больше нравится. И там цены немного меньше. 5,99 вот этот пакет, это упаковка. Здесь 84 таблетки, кстати. Но достаточно хорошо, потому что здесь валерьянка. Здесь написано. 2 таблетки. Я не принимаю 3 раза в день. Take 2 tablets 3 times per day. With water after meals. Я просто 2 таблетки принимаю перед, ну, с едой, перед тем, как спать. За полчаса. До сна. И здесь написано, что максимальная дневная доза 6 таблеток. Ну, это валерьянка. Сейчас где инструкция? А вот. Хоп. Валерьянка. Эквивалентию 135 до 167 миллиграмм валерьянного корня. Но здесь все вот на латыни, что ли, написано, вот эти названия трав и все остальное. Но здесь очень хорошая штука. Очень хорошая, эти таблетки успокаивают. Вот надо мне еще посмотреть, ух ты. Вот. 84, сказала, таблетки, вот так они выглядят. Вот так они выглядят. Там инструкция внутри. Я сегодня подумала, я с этими чаями еще после того, как их послала, все. И сейчас мне это, ну, я выберу, какие чаи, какие это. У меня несколько пакетов разных, я не открываю. Я пока один не закончу, к другому не дойду. Не меняю. Вот, сейчас. Я просто уберу, чтобы видно, у меня там этот чай заваривается, уже заварился. Переварился, но горячая вода. Вот это вот тоже из... Sainsbury's own brand. Это у нас какао. Кокос и руибус. Infusion. Это все infusion. И здесь чай, ну, настойки. Потому что у меня, если я чай пью, могу еще чай с молоком пить, тогда неплохо. Вот если просто чай, потому что там танин, мне плохо становится. Здесь руибус, кокос, какао и опять корица. Вот это, кстати, хорошая вещь. У меня уже несколько пакетов таких ушло. А вот здесь даже какао шелл есть 30%. Coconut flakes 10%. Это все прям видно в пакете. Корица. Сладкая корица называется только кассия. Руибус 50%. 20 пакетов здесь. И я говорю, что я прям по 10 минут настаиваю. И там внутри, сзади, вот так же будет инструкция, сколько настаивать. Здесь написано 5-7 минут, но я говорю, что надо больше заваривать. Они это дают. Написано, что максимум. Вот. Так.
Вот эти что? Я просто скажу, что вот это вот тоже Sainsbury's Brands. Это... Я сегодня выбирала между этим, вот который у меня сейчас заваривается. Но, значит, здесь strawberry, клубника, элдофлауэр, не знаю, что такое. Так. Лимон. Я не знаю, что такое элдофлауэр. В общем, он очень хорошо пахнет. И здесь это... ежевика, яблоко, свекла, beetroot, опять джинджа. В общем, народ, я забываю, как переводится сразу, я поэтому торможу. А вот здесь эхиноцея и малина. Эхиноцея и малина, это твайнингс. Я это долго очень храню, надо будет еще купить, я все храню. А это называется клипер. Это белый органический чай. Белый органический чай. Это у меня уже тоже давно, даже такой пакет красивый. Белый чай. Дракон. Вот. А вот эта вот штука, у меня еще есть вот этот Этли, у них сейчас новая идея, это называется Cold Infusions. И здесь это вот, так, это манго Passion Fruit, а это малина и cranberry. И здесь ни кофеина, ничего нету. Это Infusion, здесь 12 пакетов, что с этим делать, значит так. Сейчас пройду, сейчас покажу. Такая штука есть тоже. Вот эта новая идея. Здесь там тоже инструкция в 4 вариантах. У меня, кстати, все эти 4 варианта есть. Вот этот вот манго. Клюква, вот клюква, вот этот вот cranberry, клюква, вот это клюква и малина, вот этот, я просто оттуда читаю, здесь дается такая фляжка, бутылка, 500 миллилитров, у меня еще литровая есть, но это я просто, там цена хорошая была, идея хорошая тоже с собой брать. Потом, значит, дыня и огурец, манго сказала, потом, значит, вот эта клюква и апельсин и пич. Такая идея, значит, эти просто можно покупать, вот эти. Я что с ними делаю, я их завариваю, можно их в горячем виде, можно в холодном виде заваривать. И потом вот в эту, тут написано, поэтому называется Cold Infusions. Это что... В общем, берется эта бутылка, любая бутылка, потом берется Infusers, они называются инфьюзеры. А здесь еще бесплатный пакет такой же. Вот такой. Вот. И потом наливается шейк. Вот они здесь. 500 миллилитров, мне нормально. Я литровую с собой беру. Я еще не пробовала, я говорю, что я все храню. У меня все закрыто стоит, я храню все. Значит, 500 миллилитров бутылка, потом ее шейк по 10 минут надо сболтать. Это 10 минут оставить на 10 минут. И написано, что надо этот инфьюзер, этот пакет оставить внутри. И... Once prepared, consume within 8 hours. В общем, как только это приготовлено, вот этот вот infusion, его надо выпить в течение 8 часов. On the go. В общем, готовите и прям с собой берете, вместо того, чтобы что-то там покупать. А еще можно просто из-под крана воду пить, потому что вода очень чистая. Она
здесь заказано, что здесь воду можно пить. Не как у нас. Если у нас воду из-под крана выпить, все капут. Вот. Well-known place. Пойдете сразу. Здесь такого нет. Прям берете, набираете воду из-под крана. Можно ее целый день пить. Там и магнезиум, и все. Это все доказано. Здесь самая чистая вода. И воду можно, прям написано, что drinking water везде. Ее можно официально пить. И ничего с вами не будет. Можно просто пить. И все. Поэтому я не понимаю, кто бывает. Я с пузырями покупаю воду. Просто как газированная минеральная вода я беру. И не стала пить кофеин. Я вообще ничего сейчас кофеин не пью. Три недели. Потом скажу, почему. Сделаю отзыв. Скажу, что, как, почему. Вот. И не пью ни алкоголь, ничего. Муж пьет вино просто с один стакан маленький с едой. Еда сбалансированная большая. Сейчас я выключу камеру. Сейчас на этом я говорю, что у меня чаев много. Вот эта штука, в общем, отличная. Надо будет попробовать потом. Просто эти инфьюзеры можно в любую заваривать бутылку. Какую надо. Там разные всякие емкости. У меня просто литр. Вот это 500 миллилитров. Очень отлично. И у меня есть, по-моему, 700... В общем, 800 миллилитров почти. 790, что ли, мы покупали в Лидере. Тоже покажу. Вот. И я сейчас сделаю, тогда это закончу. И сделаю по видео по продуктам. Вот. Сейчас у меня это настойка. Мне сейчас еще жарко после этого, после первого. Там где это? Вот он, вот он. Вот это вот я пью. Это надо сейчас мне все упаковать обратно. Вот это вот камомай. Корица, может корица, а здесь еще манука ханы. Корица. Корица, вот эта манука ханы тоже греет. И ромашка. Вот мне сейчас жарко после этого. Просто выпила. Хорошо, кстати, так это, когда холодно, берешь, так выпил, и все. И прям как это. Boiling water, прям как печка. Интересно, что здесь много очень информации любопытной на каждом пакете, прям написано. А перед сном их тоже очень хорошо пить раз-два и все. Здесь можно позвонить, тут номер 0800, а он бесплатный. И мне еще надо, народ, позвонить в Sainsbury's, и у меня есть список. Что они перестали, на складе нету, и сейчас я в тот раз звонила недавно, но сейчас потом это все прислали туда, куда мы ездим, и они начали продавать вот это вот, как я, там у меня, я же говорю, сейчас буду делать, я тогда покажу этот список, мне надо позвонить, и чтобы они снова на склад это все при прошлую можно было покупать, потому что там вот это продукты, они еще идут в ну, как бы в комплекте, потом с сосиски можно добавлять, или потому что все вот это вот рис, все остальные, я не знаю, ну, в комплекте идет приготовление. Поэтому если одного чего-то нету, это, ну, не очень хорошо, потому что там можно и одно, и другое с этим бы использовать, а вот этого нету, и поэтому и остальные продукты не очень идут. Вообще идет все. И никогда ничего не выкидываю ничего, просто вот каждый день новая еда. Каждый день, абсолютно каждый день новая еда, прям from scratch, как говорится. Вот. Так, я тогда сейчас вытащу, что есть, пока мы не съели все. Вот, поэтому надо сейчас сделать, показать, что и как. И добавлю в этот плейлист про еду, и пусть там будет обновлено это видео. Сейчас покажу тогда. Ладно, спасибо всем огромное за просмотр. Всем привет, всем еще раз спасибо за поддержку, кто поддерживает, кто смотрит. Интересно, кому спасибо за слова добрые. Всегда очень приятно. Не ожидала. Вот. Всем привет, всем пока.